В общем, было сделано следующее. Была разобрана панель. Вот она. Была здесь, она прикручена. Один болт здесь. Один болт здесь. И 4 болта здесь. И вот здесь. Самое сложное было вытаскивать вот эти заслонки. Вот эта заслонка вытаскивается просто, здесь и здесь отвертки подцепляешь. Эту заслонку, вот так как сюда, она сильно зажата, приходится только зацеплять здесь. Затем были достаты все вот эти светопроводы. Это от прикуривателя светопровод. Самое проблематичное было доставать вот этот светопровод. Он находился вот здесь. И причем самая проблема была... Вот эти штучки надо было чуть-чуть вверх поднять и отогнуть. Естественно, не знал этого, сломал, но приклеил потихонечку, клеем. Все падает. И вот эта штучка, которую было проблема достать, закрывалась вот таким чехлом. Значит, что сделал? На чехол налепил светодиодную ленту. Здесь пришлось подрезать, здесь и здесь подрезать, а пластмасски убрать зажимы. И наклеивалась лента. Все делалось наугад, не знаю, как получится. Вот этот разъем, он втыкается вот здесь, где-то на эту плату, вот здесь он, вот он, вот сюда втыкается. Достал этот разъем, он отвечает за свет. Подключил светодиодную ленту, вот что получается. В принципе, горит неплохо. Посмотрим, сейчас ставим, как будет работать. В общем, что получилось? Ставили световод на месте, вот торчат его ножки. Здесь в темноте сейчас плохо видно. Поставили чехол на место со светодиодной лентой. Ну, вроде бы все уместилось. Как бы, как обычно, не переборщил светодиодной ленты. Потому что когда-то делал панель, хотел светодиодов побольше, и теперь все светит. Включаем свет, смотрим, что получилось. Все прекрасно горит. Панель горит. То есть вот так вот она горит на максимуме, вот так на минимум. На максимуме ездить невозможно, все время езжу на минимуме. То есть светодиодная лента горит. По бокам оставил по 2 слота светодиода, выходят за чехол. Чехол прижат. Все, будем монтировать дальше. Посмотрим, что получится дальше. Что теперь имеем в итоге? Зажигаем свет. Ну, в принципе, практически все горит. Относительно все видно. Раньше вообще ничего не было видно. Со светодиодами я не перестарался. Все нормально.